Всем доброе утро, ребят. Ну что, сегодня у нас более-менее стандартный спокойный режим. Рассмотрели мы уже с вами обновы, и сейчас посмотрим, что есть по сервакам. Запустили шарик на русском сервере и на английском сервере, плюс сделали обновление на АЭСе. Чекну, что там интересного есть. Что могу сказать? Обновление действительно хорошее, но сегодня у вас, я не знаю, там через видос или следующий видос после этого будет то, о чем я говорил. И вы увидите, какую шляпу нам преподнесли разработчики. Я не знаю, это видос, который меня реально бомбило от того, что они просто тупо херят все, что они делают. Вроде говорят, что будут изменения, но, к сожалению, их нет. Так, остров у нас не поменялся. Появилось бинго. Вот такое, ничего интересного нету. Все-таки пятница. Magic Lab, не забывайте забирать плюхи. КД я вам уже показал. Какие, где. Доброе утро, Валентина. Такс. Ребята многие спрашивали. Да, блин, потратил я уже самики. Вы издеваетесь? Чем? Зайдем потом, заберем внизу 1500 самов. Не забывайте. Так, шопинг спри. Посмотрим, что за шопинг спри. Какой-то старенький. Ну, добавили новые итемы, вот есть по 10 штук всего, но они реально востребованы для открытия прокачки титула. Очень крутая тема. Хом камень. Вот, ребятушки, есть акция. Это та акция, где вы можете пригласить, только нету что-то наград, описание наград, где вы можете пригласить друзей, которые давно не играют. Players can invite players who smite, у кого сила больше 10k и не входили в игру с 1-12. 20 дней вы получите определенные плюхи. Можете попробовать, может, у кого-то есть аккаунт. Я не помню, там на Тайване я когда-то делал обзорчик, там показывали, какие плюхи. Ну, вроде плюхи здесь классные, но, к сожалению, видите, нет. 20 дней, я не знаю, сложновато будет найти. Но под такую акцию, если они это делают, я думаю, что раз в году можно создать, выделить им 20 аккаунтов и просто не заходить под ними, а потом получать охрененные плюхи. Тут плюхи должны быть очень крутые. Ну, относительно, конечно же. Если же... Вспомнить опять Тайвань. Так. Ничего такого, я смотрю, нету. Да, есть шарик. Есть шарик и есть обмен. Шарик, ну не знаю, мне понравился, по крайней мере. Скин на космо халявный есть. Плюс расходники. Самое главное, вот эти вот. Можно собрать 15 рунок, это тоже очень круто. Обмен, ну не знаю, себя не оправдывает никак. Обмен мне не нравится. Такс. Поехали на русский сервер, посмотрим, что там. Сделал кофеек еще горячий. О! Вчера мы пофанились на стриме вечером. Блять, эти маски мне ночью снились. Веселая тема была. Абрикос еще наскринил в телегу. Будем стримить. Красивые маски. Так. Так, русский сервер. Шарика нету.
Арика нету. Приз обновления. Волшебная кузница. Войди в игру. Супер набор колесо. Вот такое. Ничего сверхъестественного нет. Все то же самое. Рынок. Ну, на русском, как всегда, даже не добавили ни одной, ни второй акции. Бедный рынок. Кстати, мы рынок не чекнули на английском. Сейчас вернемся. Замка владельца. Да, нету тут этой акции. Богатство только. Все. Так, ну, с этим мы разберемся. Буду фармить локации, зайду. Поехали обратно на английский сервер. Не проснулся я еще. Еще колду играл после вчерашнего стрима. Качался, блин. Надо было на мне. Так, накопление есть на английском сервере. Ну, такое себе, за найм героев. Апдейт паки. Новых хитомов не наблюдая. Сумочки. Бардик. Ну, вот книжечки, кто спрашивал, как прокачать. 20 или 30 книг, по-моему. 30 книг, если не ошибаюсь, надо. Для прокачки полностью всего Battle Pass. Да, нету сумок с новым героем. В общем, вот так. Поехали на Тайвань. Чекнем Тайвань. Ой, хорош. Фьюк с утра хорошо идет. Такс, Джамбир. Ну, видите, нового героя только через пыльцу будем пока получать. Судя по всему, сумок нету, не завозят. Только через остров, как вот здесь. Но опять, видите, здесь бар, скорее всего, не для всех поменяют уже в следующем острове. Так, окей, с этим разобрались. Давайте еще чекнем, что у нас есть на Айсе. Да, обновы здесь нету, еще обновы сюда не завозят, как ни странно. День замка владельца. Надо забирать плюхи. Волшебная кузница. Пойди в игру. Вчера все пропустил. Настолка есть, ничего себе. Ну, гоу. Бум. Блин, ну почти. Почти вытащили Фрею. Фрея у нас уже есть, поэтому можно не париться. Сплаточка. Колесо фортуны, рулетка удачи, таланты, карта богатства и парящий остров. Ну, здесь нету обновления, поэтому тут вряд ли что-то интересное есть. Окей, с этим разобрались, что по рынку у них. То же самое, что и у нас на английском. Да, нету сегодня ничего такого сверх крутого. В общем, только, как видите, есть новая акция на английском и плюс шарик. На русском шарика нету. Возможно, завтра завезут. Ну, странно, что они не завезли. На английском шаре обмен есть. На русском, скорее всего, будет просто шарик без обмена. Вот так вот. Вот такие вот, ребятушки, дела. Пишите комменты, ставьте лайки и ждите видоса. Видоса разброса. Все, всем удачи, ребят. Всем пока.